Всем привет, меня зовут Тори, и добро пожаловать на мою кухню. А сегодня мы готовим с вами традиционный мексиканский коктейль с креветками. Ну, по-нашему это, собственно, салатик, по-ихнему коктейль, салат-коктейль. В общем, я не знаю, что это, но это будет вкусно. Итак, что нам понадобится? Итак, нам нужно 350 грамм очищенных и вареных уже креветок, 150-200 грамм свежий огурчик, 1 авокадо, 100 грамм красного лука, 1 лайм, кинза по вкусу, 500 миллилитров овощного сока и несколько капель вашего любимого острого соуса. Ребят, овощной сок, он, собственно, продается в супермаркетах, просто смесь овощей, там, сельдерей, по-моему, морковка, помидорка, свекла, по-моему, ну, в общем, любой овощной сок, который вы найдете, в смысле смесь. Если вы не найдете смеси, берите просто томатный сок, тоже нормально пойдет. Так, мисочка, в мисочку. А, кстати, по поводу острого соуса еще чуть не забыла сказать. Вообще, как бы в оригинальном рецепте идет табаско. В моем магазине рядом с домом табаско не было, но был другой острый соус. Та же, только в профиль. В общем, главное, чтобы было остренько. Я забыла ложечку. В общем, креветочки отправляем в миску. Так, миленько режем огурчик. Авокадо у нас обалденно мягкий и спелый. Мы также его режем кубичком и тоже отправляем в мисочку. Так, теперь кинзу туда же. Красный лук мелкими кубиками. Лайм мы режем вот такими четвертиночками. Заливаем теперь мы нашим соком. Перемешиваем хорошенечко. Заправляем чуть-чуть соком лайма. Смотрите, остальной лайм мы будем подавать, как бы, скажем, порционно. Все это блюдо подается порционно, и к нему подается лайм и острый соус. Каждый ваш гость будет добавлять себе в свой коктейль лайм и острый соус по вкусу. Чуть-чуть, буквально 4 капельки. Остальное это у нас подается коктейль. По желанию можно досолить. Но у меня овощной сок соленый, креветки в принципе тоже, поэтому я пока не буду ничего солить. Так, вся эта песня у нас должна охладиться. Подается это холодным. Мы ставим это в холодильник, а пока приготовим сервировочные бокалы. Подаем это все в бокалах. Мы хотим с подвыпотвертом, как обычно, мы в варежках будем подавать. Вы можете подать в флюте, в обычных роксах, ну, в общем, в любых, какие вам нравятся. Ребят, мы вот так вот красиво оформили два ариша и в одну коктейльную рюмку. Это же у нас коктейль. Подаем, как я уже говорила, с лаймом и острым соусом. Сейчас я буду это пробовать. То, что осталось в мисочке, мы еще не сервировали. Так, я хочу зацепить все. Лаймика побольше, острого соуса побольше. А ты кинула меня, не завалялась у нас, нет? Вот это дело, и соль не отсюда. Вот, ребята, это офигенно вкусно, это празднично и вообще не калорийно, кстати, и полезно, вот, если без текилы. Ладно, чуть-чуть текилы всегда полезно. Вот, собственно, на этом и все. А вы не забывайте радовать себя и своих близких, обязательно ставьте лайк под этим видео, пробуйте готовить, это вам понравится. Подписывайтесь за это на наш канал, за то, что мы вас всегда радуем классными рецептами. И на все наши соцсети, потому что все ссылочки на них в описании, и мы есть везде. И, в общем, скоро увидимся. Пока-пока. Так что насчет текилы? Точно нигде?